Приветствую вас, можно, конечно, научиться доверию, это не так в целом сложно, как кажется, или как может казаться вам на первый взгляд, вот, можно это сделать, но для этого вам нужно взять личную ответственность на себя за свой выбор, за свое решение. То есть, я, в принципе, верю вам. Я, в принципе, верю вам в том, что вы пишете, ну, по поводу того, что вы были предоставлены сами себе, что все вопросы вы решали сами. Вот, я верю вам. Но сейчас получается такая опасная, на мой взгляд, ситуация, когда вы, по сути, просто обвиняете своих родителей в том, что вот с вами случилось. То есть вы вините именно родителей. А это на самом деле не есть хорошо, потому что, да, родители, они, конечно же, участвуют в, ну, вашей жизни, они участвуют в вашей жизни, они участвуют в том, что вы делаете, они влияют на это, ну, безусловно влияют, но есть ограничения, понимаете, вот. У подобного рода действий, у подобного рода поведения есть ограничения. И эти ограничения, они касаются вот границы ответственности. Вот. В частности, ваша ответственность за свои действия, то есть это не из-за родителей произошло, потому что я сама выбрала, да? Вот, и сейчас вы говорите, что я не чувствую себя никогда там желанным ребенком для своих родителей, вот. И вот это вот ощущение, что вас отвергли, ощущение, что вы не нужны никому, оно с вами присутствует, оно присутствует у вас до сих пор, вот. И присутствует оно вас в том числе и потому, что вы считаете, что родители ваши могли вести себя по-другому, могли вести себя иначе. Вот. На самом деле это не так. Родители не могли вести себя иначе. Если бы они могли, они бы себя вели, а так они не могут себя вести по-другому. Вот. Но вы этого не принимаете пока что. Пока что вам это достаточно сложно понять и сложно принять. Вот, потому что вы обижены своих родителей, потому что ваши представления из-за этого, вот, ну, ваши представления из-за того, как родители относились или относятся к вам, из-за этого ваши представления о себе, ну, довольно существенно деформировались. Вот. И мне кажется, что в первую очередь нужно подкорректировать ваши вот
представление о себе, чтобы они перестали зависеть от мнения тех же родителей, чтобы они перестали зависеть от чего-то еще мнения. Вот, и, соответственно, тогда вам будет легче доверять людям, потому что недоверие людям, это, по большому счету, недоверие себе самой. То есть, не доверяя кому-то, вы не доверяете себе, не доверяя кому-то, вы не доверяете, ну, фактически своим чувствам, не доверяете своим эмоциям, не доверяете своим желаниям, вот. И да, вы боитесь быть слабой, потому что считаете, что слабость — это плохо, слабость — это страшно, это больно, хотя на самом деле это, конечно же, не так. Слабость — это нормально. Вот. Ну, нормально для человека быть слабым, вот. Просто вы себе этого вот не позволяете пока что, вот. А можно ли это исправить? Да, можно это исправить, можно помочь вам подкорректировать свое отношение к себе и другим людям, вот. Все это вполне реально сделать на самом деле. Работа заключается в том, готовы ли вы и хотите ли вы этим заниматься. Вот, потому что это определенный процесс. Вот, а готовы ли вы работать с ожиданиями от родителей, своими ожиданиями от родителей. Вот. И готовы ли вы работать со своими чувствами? То есть, вот вы говорите, что если они начинали помогать, то было куча криков и упреков с их стороны. Да? Вот это ключевой момент. Если он даже помогает, значит он кричит и упрекает. То есть, по факту, получается, что человек просто вот как бы, ну, слышит себя, получается. Да? Вот. Человек там, не знаю, человек не слышит, грубо говоря, вас, да, человек не хочет помочь вам, а делает это, образно говоря, для себя самого. Вот. И да, в этом смысле я, безусловно, понимаю вас прекрасно. Понимаю, что вам, ну, что вам неприятно, что вам тяжело, что, вот. Прекрасно могу вас понять в этом контексте, вот. Но сути вопроса это не меня, да? То есть, как бы, ну, то, что вы восприняли как-то вот негативно, да, вы восприняли как-то негативно, то, что происходит, ну, то, что происходит с вашими родителями, вот, вы восприняли это на свой счет, вот. Мне кажется, это, ну, такая достаточно негативная история, вот, это такая вот достаточно неприятная история, вот, и из-за нее вы чувствуете себя вот так. Вот. Ну, это можно скорректировать, вот, это можно скорректировать, в этом можно вам помочь, вот, помочь, ну,
принять себя, да, помочь увидеть, что вы из себя представляете, и увидеть, что дело не в том, как реагируют люди на вас. Дело не в том, как реагируют на вас люди и на то, как помогают. А все-таки дело в принятии себя и в принятии своих потребностей. Вот, ну, потребностей, желаний. Вот. Я думаю так. Я думаю, такой момент вам можно было бы для, ну, для себя, да, принять. Принять и понять. Хотя это, безусловно, сразу невозможно. То есть понятно, что для этого нужно время. Время. И немало времени. Ну, вот. Ну и если вы привыкли к себе так, так относиться, вот. Такая вот история. Главное, что вам нужно зафиксировать в своем сознании сейчас, это то, что доверие не зависит от от других людей. Вот. Доверие зависит исключительно от вас. От ну, от того, как вы сами относитесь к себе, да, и, собственно, вот, к своим чувствам. Вот. Такая вот история. На самом деле. То есть вот я надеюсь, что вы для себя этот аспект увидите. Очень надеюсь. И тогда уже вам можно будет помочь. То есть, понимаете, ваша гиперответственность в одном, в том, что касается, там, к примеру, ну, ваших действий, да, вашего обеспечения себя и так далее, компенсируется безответственностью в другом, в более такой личностной истории. И вот, собственно, захотите ли вы с этим работать, захотите ли вы с этим что-то делать, это уже вопрос больше к вам. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Спросите себя, как вы относитесь сейчас к своим чувствам, как вы относитесь сейчас к своим ощущениям, как вы относитесь к самому себе, не обесцениваете ли вы себя, если да, то в чем. И вот с этого и нужно начинать с вами работать. Вот, я вам желаю всего самого доброго и удачи!